Князь, смену, броней на середину. На боевой расчет первой заставы выстраивается весь небольшой личный состав. Первым при расчете традиционно назовут имя того, кто до последней капли крови защищал когда-то этот рубеж. Зачитывать приказ о назначениях закончат в 8 часов вечера, время, когда на всех белорусских заставах начинаются пограничные сутки. Ребята уходят в дозор. Застава имени Виктора Усова охраняет внушительный отрезок границы в 25 километров. Граница здесь – то, что во времена Советского Союза называли «железным занавесом» – двухметровый металлический забор со сверхчувствительными стальными нитями. Чуть-чуть зацепил, и система сработала. За колючей проволокой – перепаханная полоса земли, на которой заметен любой новый след. Впереди – обычный лес. Там начинается Польша. Отсчитывают километры пограничники ежедневно в местах, где ни один турист мечтает побывать. Аналогов Августовскому каналу в мире два – в Швеции и Великобритании. Только местные пейзажи ребят меньше всего интересуют. У них контрольно-следовая полоса перед глазами 24 часа в сутки. А еще надо проверить целостность системы инженерных заграждений и убедиться в том, что контрабандисты не устроили здесь схрон. За плечами 12 пройденных километров и первая неожиданная встреча. В контрольно-следовой полосе выехал конный наряд. А появились они здесь, похоже, не зря. Помощник дежурного. Комнату дежурного называют глазами и ушами погранзаставы. Мониторы видеокамер, а также электронная панель наблюдения за всеми охраняемыми секторами расскажут о малейших нарушениях. Итак, на этом участке границы за прошедший вечер одна сработка. Личность нарушителя установлена по горячим следам. На нашей территории пытался спрятаться от польских охотников дикий кабан. Ситуация, как говорится, штатная. Пограничный дозор уходит дальше в ночь. Впереди темнеющий лес и полная неизвестность. Многообещающее начало дня. Завтрак на 14-й заставе закончился, не успев начаться. Вижу машину, прием. С ними есть что? Уже второй раз тревожная группа уходит на границу. Вместе с бойцами один из лучших воспитанников Сморгонского кинологического центра – пограничный пес Ишон. Сегодня ночью целая группа нарушителей имела честь близко познакомиться с суровым характером четвероногого солдата. Ну, уходя в наряд, старшим либо младшим, не знаешь, с чем можешь, конечно же, столкнуться. Может быть, это и просто кто-то заблудился из грибников, а может быть, кто-то из нарушителей. Так же, как и, возможно, будут проносить контрабанду. Ответственность очень высокая, потому что приходится принимать решения самому, без чьей-либо помощи, в любых ситуациях и при любой, так сказать, погоде. На создание пограничной инфраструктуры на литовском направлении в свое время были потрачены внушительные средства. Сегодня результат реализации программ обустройства внешних границ союзного государства налицо. Современные, оборудованные, полностью автономные заставы. Своя котельная, спортивный комплекс, подсобное хозяйство, жилые дома для офицеров. Служить сюда просятся многие призывники, только берут не каждого. Хочу сказать, что служба на границе, она... тяжела и ответственна, и поэтому не каждый военнослужащий готов нести службу здесь на заставе. И на первоначальном этапе здесь проходит психологический отбор непосредственно в управлении пограничной группой. И после того, как они проходят психологический отбор, прибывают на заставу, здесь в течение 10 суток проходит первоначальное обучение, ознакомление с охраняемым участком. Процесс адаптации проходит у каждого военнослужащего по-разному. Все зависит от личностных качеств военнослужащего. Служба пограничников на заставе идет по особому распорядку. Здесь нет общего утреннего подъема, как в войсках. Всем составам бойцы практически не собираются. Для каждого предусмотрен свой график дня. Единственный человек, который приступает к ежедневным обязанностям в строго определенное время – повар Алексей Рудаков. Готовит быстро, со знанием дела. Овощи режет не хуже шеф-повара дорогого ресторана. Блюда у нас разнообразные, меню у нас обширное. Мы стараемся готовить для солдат еду очень вкусно,
чтобы никто не обижался, потому что ненакормленный солдат, то есть ничего не сможет сделать на границе, там, словить тех же самых нарушителей. В помещениях заставы тихо. Пока ребята отсыпаются после ночного дозора, на учебной контрольно-следовой полосе начальник заставы работает вместо нарушителя. Старательно протаптывает следы всех существующих видов. После обеда бойцы будут внимательно изучать каждый оставленный отпечаток. Учебные занятия обязательны для всех, ведь одних нарядов на границе больше 15. Все они требуют определенных навыков. В течение суток пограничник и на вышку сходит, и в секрете посидит, и на контрольном посту поработает. Въезд в пограничную зону осуществляется строго по пропускам. Без такого разрешения даже билет в кассе на рейсовый автобус не продадут. И хотя большинство пассажиров – местные жители, пограничники в лицо их уже знают, документы проверят все равно у всех. Самая рейтинговая фраза любого КПП. Пограничный контроль Республики Беларусь. Предъявите ваши документы. В пункте пропуска «Варшавский мост» она произносится особенно часто. Сегодня до обеда прозвучало уже 1800 раз. Через западные ворота государства из белорусского Бреста в польский Тирасполь и обратно ежедневно переезжает около 2500 автомашин. В нашем пункте пропуска очереди большие, в принципе, всегда. И, естественно, напряженность работы тоже поэтому большая. Там 12 часов, грубо говоря, на ногах, но все справляются. Перспектива провести дополнительные несколько часов в пункте пропуска не радует ни сотрудников КПП, ни тех, кто пересекает границу. Для одних это выявленное нарушение закона, для других – томительное ожидание в очереди. Работают в пунктах пропуска по-настоящему уникальные специалисты. Любой контролер по одному ответу на заданный вопрос безошибочно определит, говорит человек правду или что-то утаивает. Фальшь они угадывают моментально, по интонации, манере говорить, еле уловимым жестом. Идет проверка документов очередной машины. Мужчина, сидящий рядом с водителем, на наш взгляд, сплошное спокойствие. А вот контролеру он чем-то явно не нравится. Проверка его паспорта в комнате со спецоборудованием подтверждает подозрения специалиста. Товарищ капитан, на Volkswagen на польской регистрации следует гражданин Российской Федерации. Паспорт не соответствует реквизитам. Случай для автоматизированного пункта пропуска эксклюзивный. С подобными документами через белорусские КПП нелегалы ездить уже не решаются. Начальник смены лично еще раз проверяет информацию. Нет, контролер не ошиблась, с документами проблемы. Голограмма установленного образца. Гражданина задерживают до выяснения всех обстоятельств дела. В ближайшие трое суток он проведет ВВС пограничной группы. Обычно те, кто пытается пересечь границу с чужими документами, имеют очень серьезные проблемы с законом или числятся в международном розыске. После депортации они лишаются права въезжать в Беларусь, а информация о них будет внесена в общую компьютерную базу данных. Автомат, наручники, фонарь, радиостанция, прибор ночного видения, бинокль, компас и индивидуальный перевязочный пакет. К выходу на границу готовится разведывательно-поисковая группа. Их задача – обнаруживать тех, кто через официальные пункты пропуска в Республику Беларусь въезжать не желает. Выезжает направо. На охрану государственной границы шагом марш. Малорицкий район Брещины – один из самых излюбленных контрабандистами международной оргпреступности белорусских регионов. В здешних лесах одних контрабандных троп больше 70. Пограничная комендатура находится только с 1997 года. Соответственно, издавна нарушения государственной границы здесь были в порядке вещей. И сложилось тем, что у нашего местного населения боязни пограничников еще как таковой нет. Личного состава предостаточно для того, чтобы перекрыть основные направления контрабандной деятельности, также вероятных движений нарушителей государственной границы. Вот. Но, к сожалению, плотность на украинском направлении не позволяет перекрыть все те 87 километров, которые мы охраняем. Но мы делаем все возможное, идем на пограничную хитрость.
Возле комендатуры еще с утра пограничники заметили топтунов. Это местные жители, с виду тихие и законопослушные сельчане. Но их нелегальная работа – выдавать нарушителям места пограничных засад. За помощь контрабандистам местный житель может заработать до 200-300 долларов. Впрочем, за аналогичное сотрудничество с пограничниками государство платит не меньше. Посему, как и в любой шпионской практике, среди фишек есть даже двойные агенты, умудряющиеся на одном участке сдавать пограничников, а на другом – контрабандистов. Нам поступила информация о возможной попытке перемещения через государственную границу сигарет марки Viceroy и Premier. Приблизительное количество около 15 коробов на двух автомобилях. Есть несколько источников, подтверждающих данный факт, а также данные о наличии пособников. Мы постараемся расставить наряды и оперативные силы таким образом, чтобы больше возможностей нам было задержать, если не нарушителей данных, то хотя бы контрабандный товар. Машина с разведчиками останавливается километрах в 5 от кордона. К месту засад ребята пойдут по двое, запутывая следы от вражеской разведки. Сегодня бойцам повезло. Дождя нет, комаров тоже. В какое примерно время появится ожидаемый объект, никто не знает. Если данные информатора подтвердятся, разведчики будут работать дальше по известной только им схеме. А пока будут ждать. Палатку ставить нельзя, костер не развести. Максимум, что можно позволить себе в наряде – гимнастический коврик. Вместо одеяла – бушлат, вместо горячего супа – тушенка, печенье, вода. Машина прошла, встречайте. Все, можно сворачиваться. У этой машины пункт остановки уже точно определен. Сразу 36 нелегальных мигрантов из Вьетнама задержали гродненские пограничники. Свой лагерь они разбили в лесу в 6 километрах от стыка границ Беларуси, Польши и Литвы, чтобы не привлекать к себе внимания. Молодые люди намеревались незаконно пересечь границу с Евросоюзом. На боевой расчет первой заставы выстраивается весь небольшой личный состав. Первым при расчете традиционно назовут имя того, кто до последней капли крови защищал когда-то этот рубеж. Зачитывать приказ о назначениях закончат в 8 часов вечера. На всех белорусских заставах начинаются пограничные сутки. Ребята уходят в дозор. За нарушение пограничного законодательства на белорусской границе в течение суток задерживаются до 20 человек. За нарушение правил пребывания в Республике Беларусь – 20 иностранных граждан. Материальных ценностей на сумму около 215 миллионов рублей. Всего государственную границу Республики Беларусь за одни сутки пересекают около 80 тысяч человек.